Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые! Сегодня мы вам покажем кукольный спектакль по мотивам сказки Ханса Христиана Андерсена «Снежная королева». Книга открывается, волшебство начинается. В соседних домах большого города жили двое детей – мальчик Кай и девочка Герда. Они были очень дружны и любили друг друга, как брат и сестра. Дети выращивали прекрасные розы в горшках, которые были символом их дружбы и преданности. Дети! Вы помните, что уже скоро к нам придет Рождество и Новый год? Конечно, помним, бабушка. Я очень жду этот праздник. И как здорово, что каждый раз к Рождеству зацвели наши любимые розы. Что среди зимы зацвели такие прекрасные розы. Так иногда случается, что любовь и дружба сильнее законов природы. Кай, Герда, вы самые чудесные дети на свете. Мне хочется успеть к празднику связать для вас теплые шарфики. На улице все холоднее и холоднее. Надо тепло одеваться, иначе... А на улице мороз, снегом все дома занес. Надо же, как сильно метет! Это разгулялась сама снежная королева. Бабушка, ты же знаешь, кто управляет снежинками, ветром, вьюгой. Тише, Герда, тише, не рассерди снежную королеву. Это она метелями кружит, ветрами командует. А по ночам, когда темно, заглядывает в окна, где ее коснется взор, ледяной цветет узор. Снег такой чудесный, правда? Словно пчелки в небесах. Вот посмотреть бы хоть глазочком на снежную королеву. Лучше отойдите от окна, дети, отойдите. Говорят, что от взгляда снежной королевы солнце превращается в лед. Я не боюсь королеву. Если вдруг она войдет сюда, я ее брошу в огонь, она растает. Кто хотел меня здесь видеть? Отвечайте, дети. Мы не боимся тебя. С вьюгой
волосами. Королева я, краса. Я сюда спешила, лесом проходила, осыпая все. Со мной познакомиться. Ты мне понравился, дружок. Ты смелый и отважный. Я возьму тебя с собой в свой далекий снежный край. Я пришла за тобой. Ты согласен, милый Кай? Ай, меня кольнуло в сердце. Больно, Кай, скажи скорей. Отойди, не трогай меня. Фу, какая плакса. Где мои санки? Я хочу идти гулять со Снежной Королевой. Можно я с тобой? Мы пойдем вдвоем с Каем. И прошу нам не мешать. Прошло Рождество и Новый год. Герде было очень грустно в праздничные дни без ее друга Кая. Она много плакала и думала о нем. Их любимые розы завяли. Может, Кай попал в беду? Сколько можно его ждать? Нужно отправляться в путь. Да поможет нам надежда найти Кая в царстве снежном. Хочешь, братца, ты найти, нелегко придется внучка на пути. Много испытаний будет тяжело, но всегда угощение для гостей в пути. Лишь друзья помогут Кая нам найти. Что же делать? Как мне быть? У кого же мне спросить? Где ж мой бедный милый Кай? Ну-ка, кто ты? Отвечай! Водяной, я водяной. Поговорил бы, кто со мной. А то мои подружки, пиявки, да лягушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь моя жестока! А ну ее в болото. Живу я, как поганка. А мне летать.
водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно! Эх, жизнь моя растянка! А ну ее в болото! Живу я как поганка! А мне летать, охота. Что ты, бедная девочка, сидишь в болоте, как лягушка? Ты зачем сюда явилась? Расскажи мне, сделай милость. Я ищу брата Кая. Может, ты его видел? А зачем тебе искать? Плакать и переживать. Оставайся со мной, мы подружимся с тобой. Здесь в моем болоте и тепло, и сыро. Будет нам для счастья отличная квартира. Водяной, водяной, я подружусь с тобой. Есть для друга угощение, и конфеты, и печенье. Ладно, за твою доброту я тебе, Герда, помогу. Братец твой среди снегов, средь холодных белых льдов. В царстве вьюги и пурги можешь ты его найти. Ах, какой чудесный садик! Как приятно здесь, как красиво! Может, здесь мне кто подскажет, как мне Кая отыскать? Здравствуй, милая девчушка! Как попала ты сюда? Помоги мне, дорогая фея, иначе быть в беде. Поживи здесь немного. Не могу. Пропал мой братец Кай. Я, доченьке, мечтала. Поживи со мной. Я спешу. Что же делать? Что ж, иди. Ищи. Нет, пожить у вас хочу я. Вместе будет веселей. Какие красивые цветы. Как же Кай? Куда ты шла? Кай? А кто это? Скажите. Вас искала и нашла. Как хорошо здесь. Как сладко спать. Спи, малышка, сладко, сладко. Пусть приснятся тебе сны. Я же отправлюсь в путь далекий до сиреневой весны. Розы, какие чудесные розы. Такие же. Что случилось? Я спала? Совсем забыла про дела. Кай в беде! Надо скорее бежать! Крутая, на разбор я легка, и по правилам такая, оставлять без кошелька. Лучше дайте кошельки, кошельки, кошельки. Милый братец, отзовись, поскорее ты найдись. Вправо мне или влево? Ишь! Какая королева! С моей дочкой будешь жить, сказки на ночь ей рассказывать, а о брате своем можешь забыть. Эй, ты справа, эй, ты слева, окружайте королеву!
Берите, что хотите, мне не жалко. Но мне надо идти дальше, брата своего искать. Замолчи, я не шучу, не люблю я отпускать. Не реви, тебе сказала, не люблю я всяких слез. Будешь мне помогать и оленя охранять. Эй, разбойники, приведите сюда оленя. Эй, олень, иди скорей, познакомишься ты с ней. Где были, живет и не были. Знаю я твою беду, и тебе я помогу. Видел я твоего братца, он с королевой поехал до Лапландии. Сделай доброе дело, отпусти меня с девочкой. А ну-ка быстро замолчи, зря копытом не стучи. Умоляю, помогите, помощи прошу у вас. Вы же такая добрая. Показать я путь сумею. Ты же жалься, отпусти. Я ее теплом согрею. Ну не злись, а помоги. Может, правда доброй стану? Что мне делать? Как мне быть? А как вы думаете, ребята? Давайте попросим разбойницу отпустить Герду. Отпусти! Отпусти! Ладно, хватит слезы лить, отпущу вас, так и быть. Шубка вот и шапка есть, дам тебе я рукавички и немножечко поесть. Конечно, я жестокая и злая, не зря же разбойницей зовусь. Но рада я за Герду и за Кая, сама сейчас и чуть не разревусь. Северный олень с Гердой отправились в дальний путь. Недели за неделями бегут, а наши храбрецы вперед идут. И вот уж сил почти не стало, и вот надежды уже мало. От холода замерзли ноги, от вьюги не видать дороги. А Герда отважно идет, и все вперед, вперед, вперед. Вот мое родное северное сияние, вот Лапландия. Там уже заждался Кай. Я сделал все, что мог для тебя. Дальше идут владения Снежной Королевы, и мне туда ходить нельзя. Прощай, храбрая маленькая девочка. Кай, мой братец, как же долго искала я тебя. Отойди скорее отсюда, ты мне мешаешь. Неужели не узнал ты свою Герду? Отпусти мою руку. Как ты можешь так говорить мне? Да иди, тебе я сказал, уходи! Не слышишь ты? Что случилось? Что со мною? Свершилось чудо! Теплые слезы Герды растопили льдинку в сердце Кая, и он опять стал добрым мальчиком. Что я здесь делал так долго? Кай, пойдем домой скорее. Там нас ждет бабушка. Побежали скорее, пока не вернулась Снежная Королева. Мы с тобой две половинки. Никто не сможет нас теперь разлучить. Сюда ко мне прийти.
Гони ее скорей. Ничего у тебя не получится. Я сильнее тебя, потому что я добрая. Ты умная и красивая, но у тебя нет сердца, лишь кусочек льда. Как ты можешь в моем царстве мои чары растопить? Что? Я таю? Вот беда! Я вода? Вода! Пусть покинет королева нас с тобою навсегда. Пусть разрушится все царство снежной королевы. Своей сестренкой. Все дано ей, и ум, и красота, но главное, у нее доброе сердце. А теперь нам нужно возвращаться домой. Бабушка, наверное, волнуется. Дети шли к себе домой, и на их пути расцветали весенние цветы и зеленая трава. Они вернулись в свой родной город. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где было все по-старому. В горшках опять цвели их великолепные душистые розы. Кай с Гердой взялись за руки, и холодное пустынное великолепие чертогов снежной королевы забылось, как страшный сон. Невозможно, невозможно. Надо дружбой дорожить, без друзей на свете жить. Невозможно, невозможно, невозможно. На этом я закончу мой рассказ о дружбе, верности, разлуке и спасении. Надеюсь, мы порадовали вас. А может быть, у вас другое мнение? Желаю, чтобы каждому из вас удача выпала дружить с такой Гердой. И берегите сердце, чтоб на вас не действовали чары снежной королевы. Надо дружбой дорожить, без друзей на свете жить. Невозможно, невозможно, невозможно. Невозможно, невозможно, невозможно.